Все желтое. Желтые рогалики пахнут. А у нас в духовке рогалики стоят. Обалдеть, какие вкусные. Мы искупались после душа. Марсель играет в игру. Там, в общем, кто у тебя там есть? Вот так мы готовимся к Новому году. Близко по-другому совсем. Не вмещаемся мы, не вмещаемся. Сейчас я вам покажу, какие у нас рогалики получились вкусные, красивые. Смотрите, целая противень рогаликов. Они обалденно вкусные. Сейчас мы их будем есть на Новый год. Желтенькая вся. Рогалики! У-у-у! Рогалики! И чай холодный, чай. Петушок любит семечки. Марселя. О, пчёл! И ёлка с уральскими пельмешками. Ой-ой-ой, как светится. Снимаю видео для Busy Bats. Спрашивал меня положение ручки, сколько градусов, да? Вот 170, например, сколько. Я вообще не представляю. Я когда готовлю, да, я вот делаю вот так вот, чтобы было ручку. Вот она вот так вот стоит, я ее поворачиваю вот так вот. Вот этот носик у меня стоит вот здесь вот. Если надо посильнее, то чуть-чуть больше. Но вот сюда никогда не ухожу. Вот на этой штучке вот немножко сюда посильнее. Если надо, чуть-чуть послабее. И смотрю на огонь. Он там синий такой. Насколько он там, ну как, увеличивается, уменьшается. Просто смотрю. Вот сюда я вообще не смотрю. Не знаю вообще абсолютно сколько. 170. Даже не представляю, поэтому не могу подсказать. Это чисто на ощущениях. Вот у меня вот так вот я обычно готовлю. Это нормально. Так вот, если стоит чуть-чуть сильнее, можно чуть-чуть вниз. Или вот так вот чуть-чуть слабее, ну как послабее, помягче будет, не будет пригорать вот так. Вот так вот можно тоже нормально, хорошо. Минут на 40. Не знаю, сколько это градусов. Простите, вообще не разбираюсь. Это газ, поэтому я даже не представляю.